Еще разок посмотрим, что у меня на столе. Смотрите, лучок. Проращиваю. Теперь орешки. Фундук. Орешки местные наши растут в саду. Грецкие. Хурма сушеная. Нет, да. Покусаю. Яблочки. Тоже грызу. Не так, что уж. Но где-то по яблочку в день. И вот чудо. Средство от простуды. Это сушеный имбирь. Рекомендую. Вяленый. Прекрасное средство от простуды, ангины и гриппа. Сладко, душисто и очень такое жгучее. Понравился канал? Чувствуешь пользу? Звони в колокола! Ставь лайки!